Здравствуйте, дорогие друзья! Принесли мне вот такую старинную картину в очень плачевном состоянии, но она меня зацепила. Тут, конечно, типичный средиземноморский сюжет. Старинный дом с лодкой, море, тучи. Ну, мне такие сюжеты нравятся. И я решил ее отреставрировать. Да, имеет подпись эта картина. Картина подписана не, худу... ну, не фамилией художника, а просто написана Касабойна. Просто, как я понимаю, название картины, что переводится «Хороший дом». И если мы посмотрим внимательно, с этой картиной надо будет очень-очень много поработать. Видите, какие вот трещины, порезы. Кстати, есть очень сильный порез. Вот, кстати, так не видно. Сейчас я картину возьму и покажу вам на свету, чтобы вы могли оценить всю грусть состояния картины, да? Вот видите, и порез тут тоже есть. Так что будем говорить. С этой картиной надо будет поработать, но мы трудностей не боимся и будем стараться спасти эту картину. Возможно, если все получится, я вам покажу результат. Ну, а так возьму крупным планом. Еще раз, друзья, посмотрите, пожалуйста, какая интересная картина. Она меня очень-очень зацепила. А как вам?